27-я Брестская школа сегодня настоящий бренд, знак качества. Ежегодно десятки родителей, выбирая учебное заведение для своего первоклассника, останавливают выбор именно на данном учреждении. И не случайно в современном мире знание иностранных языков не прихоть, а необходимость. И те, кто мечтает, чтобы ребенок знал язык Шиллера и Гёте в совершенстве, без сомнения отводят свое чадо в 7-ю школу. 7-я школа – особая школа и занимает особое почетное место в системе образования. Наша особенность – углубленное изучение немецкого языка, стабильно высокие результаты на олимпиадах разных уровней позволяют говорить о том, что коллективу есть чем гордиться. И сегодня, в такую волнительную дату, я хочу поблагодарить всех учителей-ветеранов за их самоотверженный труд, за служение своему делу, за то, что они всегда рядом со школой. Больше 1000 человек сегодня могут сказать, что 7-я Брестская школа для них родная. А если вернуться в прошлое, отмотать временную ленту и посчитать, для скольких мальчиков и девочек эти стены были частью жизни, то цифру можно смело увеличивать в несколько раз. И это не просто сухие статистические данные, это тысячи людей, которых практически в самом начале жизненного пути объединила школа. А потому, как бы далеко не уводила их потом судьба, выпускники семерки с удовольствием принимают участие в значимых для школы мероприятиях. Конечно, у меня, как у любого другого человека и ребенка, тем более, воспоминания о школьных годах очень объемные, большие. Мы жили здесь в Бресте, наша школа была на улице Ленина, это сейчас другое здание построили, а находится в другом месте. А тогда вот там, вот рядом был погранотряд, это послевоенное уже время, мы туда бегали фильмы смотреть. Вопреки всем биологическим законам, такой солидный возраст учреждения образования только украшает. За эти годы школа не просто состоялась как учреждение образования, она стала настоящим учебным государством со своими традициями и устоями, общей историей и огромным потенциалом. Сегодня, когда я вижу этот зал, когда я вижу таких интересных людей, выпускников, я понимаю, что 7-я школа, выражаясь молодежным языком, это круто. Это традиция. Это школа. Школа педагогического мастерства. Вы знаете, когда мы празднуем юбилей школы, мы ведь празднуем не юбилей здания. Тем более школа может иметь и несколько помещений, как в данном моменте. Мы празднуем юбилей вот этой эстафеты педагогики. Мы празднуем юбилей в лице выпускников разных лет. Мы празднуем юбилей той истории, которая в данной ситуации схожа с историей послевоенного Бреста и во многом олицетворяет вот эти изменения, которые происходили и происходят в городе. У семерки славное прошлое и светлое будущее. В этом уверены и школьники, и педагоги. И те, и другие к родной школе относятся с уважением и любовью, стараются сделать ее лучше и обещают гордо нести по жизни знамя учебного заведения, которому желают дальнейшего развития и процветания еще долгие-долгие годы. Чего пожелать? Сначала сказать спасибо всем учителям, потому что всегда идут навстречу, я уже повторяюсь. Конечно же, развитие, чтобы школа выходила еще на новые уровни, новых технологий внедрения и, конечно же, процветания. Я хочу пожелать школе развития, чтобы она процветала, становилась все время лучше и совершенствовалась. Чтобы еще столько же простояло. Анастасия Стропко, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.